Друзья, в продаже появилась Audi A4 2008 года на дизельном двигателе объемом 2 литра, 143 лошадиные силы. Автомобиль приобретался у дилера с родным пробегом, без ДТП, на литых дисках. Автомобиль в хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Есть повторители на зеркалах. По комплектации у нас бесключевой доступ, 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, блокировка дверей, кнопка открытия багажника, также круиз-контроль, мультируль, штатная мультимедиа, подогревы передних кресел, кондиционер, электроручник, авто на тканевом салоне. Электропривод передних кресел, водительского и пассажирского. У задних пассажиров у нас электростеклоподъемники. Есть подлокотник. Также в автомобиле имеются задние парктроники. Хорошее состояние автомобиля. Без ДТП, с родным пробегом.